Однако в наш сегодняшний день будет не только танцы, но и музыка. Наш следующий участник — Александр Кочетков. Прошу прощения. Александр — единственный музыкант в Волгоградской области, играющий на большой шотландской валунке и ирландском вистле. Один из немногих композиторов в нашей стране, кто пишет музыку специально для этих инструментов. Многократный лауреат конкурсов и участник мероприятий, посвященных национальным культурам. Друзья, встречаем аплодисментами!